Победить дорожно-транспортный травматизм. Эту цель преследуют и сотрудники госавтоинспекции, и городские власти, и общественники. А раз так, нужно работать сообща. В пятницу в администрации областного центра состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия организаций, заинтересованных в улучшении дорожной ситуации. Проблемы дорожно-транспортного травматизма обеспокоены не только сотрудники госавтоинспекции и органы исполнительной власти, но также и общественные организации. То есть сегодняшний круглый стол, я думаю, позволит нам наметить определенные, так скажем, пути дальнейшего развития, решения проблемных вопросов в сфере безопасности дорожного движения. Общественники – главные критики госавтоинспекции, но они же и главные помощники. Возможности поставить полицейского на каждом перекрестке по очевидным причинам нет. Нередко именно от активистов из народа инспекторы узнают о нетрезвых ездоках и могут принять меры, пока не причинен вред другим участникам движения. На сегодняшний день у нас 800 обращений поступило в дежурную часть ГИБДД по водителям, которые управляют в нетрезвом состоянии. 400 обращений подтверждены, то есть водители пойманы и наказаны. Также неоднократно поступают обращения по организации движения. То есть где-то не очищена проезжая часть, отсутствует знак, нет искусственной неровности. То есть данную информацию мы тоже обрабатываем, направляем в администрацию для принятия мер. Илья Пигалкин во благо дорожной безопасности работает из ГАИ и с администрацией не первый год. Не всегда это просто, зачастую время затратно, но отклик есть. Если нет желания со стороны сотрудников добиться реакции, практически невозможно. Если ЦУ от руководства ГИБДД поставлено работать, то они работают, не превознемогая все трудности и тяготы службы. Для того, чтобы сделать городские дороги удобнее, а главное – безопаснее, не обязательно посвящать этому все свое время. Достаточно иметь простые средства связи. Например, сообщить о пьяном водителе можно по телефону дежурной части 30 44 35. Интерактивные обращения с видеозаписями злостных нарушений ПДД или фотографиями дорожных недостатков можно отправить через онлайн-сервис ГИБДД. Достаточно просто зайти на сайт регионального управления. Отсутствие интернета также не помеха. Заявление примут в городской дежурной части на Гнедина. Главное не забывать, госавтоинспекция всегда на связи. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.